Всем привет, дорогие друзья! С вами неудержимый и ресурс vodtop.ru. В этом видео я вам расскажу про мод «Информация о респауне». Для начала давайте установим этот мод. Для этого нам надо зайти на сайт vodtop.ru, открыть вкладку «Моды», далее выбираем наш мод и нажимаем «Скачать бесплатно». Открываем скачанный файл, копируем папку «Scripts», переносимся в папку с игрой, открываем папку «RasMods», далее открываем папку соответствующей нынешней версии игры и вставляем в нее папку «Scripts». После этого мод будет установлен. Если у вас уже установлены какие-либо моды, то вам, возможно, будет предложено произвести замену каких-либо папок или файлов. Вам нужно будет просто подтвердить каждую предложенную замену, и мод также будет установлен. Данный мод показывает во время загрузки боя, на каком респе вы появитесь. Этот мод будет полезен игрокам, у которых загрузка боя проходит долго. В это время игрок может выбрать направление, на которое он поедет, или разработать тактику, которую будет реализовывать в бою. Информация о респауне будет отображаться на загрузочном экране под списком техники. Суть мода очень проста, тем не менее, он очень поможет многим игрокам. На этом у меня все. Если вам понравился этот мод, скачивайте его с сайта vodtop.ru. Ну а с вами был Неудержимый. Всем удачи на полях сражений. Всем пока.